Вот она, весточка наша. 2,5 недельки отзывы. Растет не по дням. Уже пробег по 3000. И вот вы тут спросите, а как дела обстоят? Сместительность, вместимость у данного автомобиля. Допустим, вот на даче вы, надо что-то увезти большое. Как пихнуть это туда? Вот давайте и посмотрим. Можно, конечно, закрепить вот такой багажник и что-то туда положить. Допустим, вот такой брусок. Ну, а вдруг нет багажника, а вдруг дождь или что-то там. Надо пихать в салон. Вот давайте посмотрим. Давайте измерим сначала. Убедимся, сколько по длине этот брусочек будет. И пихнем. Ох, болею. Вот у нас рулеточка есть 3-метровая. И сейчас мы этот брусочек с вами проконтролируем. Во. Даже побольше. Так. Вот. А теперь открываем багажник. И вуаля. Раз. И два. Готово. Пойдемте смотреть, как это все там у нас разместилось в салоне. В общем, вот так вот это все размещается. Еще зазор остается. А вот эти речки сюда вез я на Патриоте. И они ровно так же размещались. Это я к тому, что я тут как-то вам говорил, что по размеру салона-то Веста немногим уступает. Вот, пожалуйста. И вот здесь вот она, этот наш брусок упирается в пол. Вот, пожалуйста. Видите, да? Вот так проходит. То есть сюда, в принципе, и пачку вагонки запихать можно. Можно сиденье наклонить, допустим, вот. Так, вот, где тут оно? Вот, вот так вот. Вот, видите? И все. И можно сюда пихать. А можно еще заднее попробовать сиденье сложить. В общем, поэкспериментировать. Ну и коль уж тут занялись мы всеми этими раскладываниями, давайте попробуем отодвинуть сиденье максимально вот сюда и посмотреть, образуется ли вот здесь вот спальное место полноценное. Вот это я еще не пробовал. Короче, давайте извлечем наш брусок из салона. Чистенький он, свеженький. Так. Вот так вот. И сейчас посмотрим, что у нас получится. Так, провод у меня зарядки тут болтается внизу. Опа, это вот максимально сиденье сдвинуто вперед. И сзади, что у нас получается? Сзади вот у нас что получается. Ну-ка. Пробую опустить эту спинку. Делается это вот так, поднимается вот так вот, раз. И вот так вот. Ну и все, собственно. И вот это максимум. Ну, не знаю. Спать тут, наверное, не получится. Вот именно тут. Зато в багажнике спать можно, как я уже вам и показывал. Багажное отделение у нас достаточно большое, как вы видите. Вот так вот оно выглядит.
Так оно выглядит. Можно его увеличить, разложив задний ряд сидений. Что мы с вами и сделаем. Плотник убираем. Вытягиваем рукоятку. Раз. И два. И все. Получаем мы с вами огромный вот такой вот багажник, в котором можно спать. При желании. Сейчас я туда залезу прямо вместе с камерой. Вот. Я вам все покажу. В общем, будем измерять багажник не в сантиметрах, не в метрах, а в попугаях, в роли которого я сейчас и выступлю. Так, в общем, поехали. Опа! Вот, смотрите. Нормально. И смотрите, вот, короче, раз, 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 два, три. Вот где мои ноги. 1,80 м мой рост. А голова моя вот тут. Вот, собственно говоря. Ну что, все отлично. А вот грузы перевозить, особенно если подголовник вытащить, то вполне себе. Вот вам и ответ по поводу вместимости этого салона по части домашних грузоперевозок. Домашних, вот, наверное, так правильно сказать. В общем, короче, вот. Опа. Это у нас максимально у нее. Вот максимальное положение. Вот так вот можно. Вот. А сколько сзади, сколько места получается. А вот, видали, сюда войдет стиральная машина. Большой салон. Большой. Ну и вот мы в машине. Надо выезжать отсюда. Как вы спросите, на роботе это все обстоит. Кто не знает, двигатель у нас 1,8, робот МТ-2.0. Максимальная комплектация, люкс, престиж. В общем, короче, поехали. Все так же, как на механике. Как на механике, только не надо нажимать сцепление. Вот и все. И никаких проблем нет. Ну и по поводу эксплуатационных каких-то вещей сразу тогда тоже отвечу. В общем, масло не ест. Пока еще ничего, никаких проблем нет. Робот тоже не тупит. Все в этом плане нормально. Как вы, в принципе, можете и видеть. Пока все путем. Машинка только радует. Смотрите, как подвеска на волнистом асфальте себя ведет. Вообще очень мягенько проходит эти все волны. Вот видите, вообще не пробивает ничего. Просто отлично. Настройка здесь произведена. В общем, все. Всем пока и до новых встреч на канале. Буду еще что-нибудь снимать про автомобиль. И не только. Скоро будет, кстати говоря, на Renault Arkana у меня тест. Вот, планирую уже товарную машину смотреть. И вообще в этом плане стараюсь, вот машина новая какая-то выходит, стараюсь не бежать сразу в автосалон, а немножко подождать, когда уже поступает в продажу вот то, что как раз попадет потребителю. Конечный вариант этого всего. И, в общем, вот как раз Арканы уже
можно Аркану уже тестировать в том виде, в каком она продается. Вот так. Все, пока.